А кто вас научил играть на гитаре? Вы же учились на скрипке играть в детстве, а потом не, скрипка, говорили, что не, вообще скрипка забросили музыку. Скрипка – это отдельная музыку. История. Вот, я не стал скрипачом благодаря бабушке, за что я большое спасибо. А научился я играть благодаря соседу Сереге Попову, Сереге Фомину, соседу по личной клетке, у которого была гитара себеструнная. И он был, конечно же, огромным мастером исполнения блатных песен. То есть, именно вот этих трех аккордов, которые он мне и показал. Вот, и благодаря этим трем аккордам я начал осваивать гитару. Это была хорошая фраза, когда, знаешь, вот ля минор у меня куда-то сместился и прозвучал совершенно другой аккорд. Я говорю, слушай, а существуют же еще эти... Этого нам не надо, сказал он. И говорит, вот есть три аккорда, вот эта маленькая звездочка, большая звездочка, переходи, коленчатый вал, и все. А вот учиться, да, для того, чтобы стать журналистом, надо учиться, учиться, учиться. А для того, чтобы стать музыкантом, вот существует два разных взгляда на эту божественную профессию, потому что я считаю, что музыка – это абсолютно божественная, и вы все, которые причастны к этому божественному, тоже вот как бы сакральные фигуры. Вот один тезис Александра Борисовича Градского, который говорит, что главное – профессионализм, что вот, вот надо, как у кого-то, у Молотова была каменная жопа, или у кого-то вот из сталинских советов, вот если у тебя каменная жопа, то ты можешь высидеть и научиться вот всему в музыке. А есть подход такой, вот, который говорит, что вот есть такие, вот приходит Витя Цой такой, который как с точки зрения Александра Борисовича Градского и не музыкант вовсе, он уходит и его помнят. И потому что там есть то, что называется хорошим русским словом месседж. Все-таки в музыке важнее профессионализм или вот этот посыл, какое-то послание? Ты знаешь, ну изначально дано или не дано? Вот. Вот если не, то дано, если не дано, как бы ты ни высиживай, ты все равно будешь 18-й скрипкой в симфоническом оркестре, который играет в парках. Вот. А если дано, то профессионализм придет. Потому что для того, чтобы выказать всю дурь, которая в тебе сидит, если тебе дано, то, конечно, нужно учиться играть. Нужно учиться играть, понимать музыку. Поэтому я считаю, что все, конечно же, от Бога. Хорошо. Ну вот тот же Александр Борисович Градский утверждает, что кино... Вино и домино. Да. Вот все, да, что это кино, вино и домино, что кино были не профессионалами. Комментарий. Ну, ты понимаешь, я тоже об этом говорил, что для меня существует только два типа музыки. Хорошая и плохая. И подвиды, цепляет, не цепляет. Вот, пожалуй, и все. Кино цепляло, Витька гений. За счет чего? Ты знаешь, ну тут, наверное, какая-то гармония, что ли, черт его знает. И слова, и музыка, и как-то все это здорово сплеталось и цепляло тебя. Потому что на том фоне, когда он появился, ну что у нас там было? Это, значит, «Ласковый май». Ну не «Ласковый май», послушай, «Ласковый май» он появился. Это конец 80-х. Конец 80-х, а до этого уже была магическая музыка «Ок», как говорят наши друзья-журналисты. И она была всегда музыка протеста. И либо песня о чем-то потустороннем, знаешь. А он был какой-то другой. То есть, знаешь, пел человеческие слова, то есть, которые цепляли. Потому что я думал всегда, что вот, ну, почему никто не поет, скажем, о повседневной какой-то жизни? Потому что в повседневной жизни есть масса моментов, которые волнуют всех. А тут на меня спустилось знамение. Чернокрылый ангел клюнул мне в мозг. Мама родная. Вот для меня, знаешь, вот показатель всего этого ужаса — название группы «Рогатые трупоеды». Вот. Я ничего не могу с собой поделать. Хорошо, вот с гением мы разобрались. А Айзеншпиц, допустим, гений был? Вот роль вообще продюсера, и насколько она значима? Ты знаешь, что он просто попал в нужное время и в нужное место. Не было бы Айзеншпица, нашелся бы кто-то другой. Потому что, скажем, то же самое кино, как и Битлз, это штучный товар. И на них, на всех всегда находился Брайан Эпстайн. Поэтому, ну, не был бы Айзеншпиц, был бы кто-то другой. И все равно, так или иначе, с исчезновением продюсера группа не умирает. Великая группа. А в жизни... и карьере Евгения Маргулиса были продюсеры? Как таковых нет.
То есть в основном администраторы. Mm-hmm. И знаешь, то, что по-английски называется роуди, роуд-менеджер. Потому что у нас нет института продюсерства. Mm-hmm. Ну, то есть какие-то есть зачатки, но такого, что вот то, что называется продюсер, то, что называется там, допустим, я не знаю, Брайан Эпстайн, то, что называется там еще кто-то, вот кто там, Майкл Кемен. Ну, вот такие вот великие, такого у нас нет. Мы поздно встали.